Приветствую тебя, дорогой зритель. Я рад, что ты зашел на этот канал и смотришь это видео. Без привлечения сказать эксклюзивное видео. Прекрасные игры. Прекрасное видео. Хорошо, что ты не заходишь. Не заходишь на какие-нибудь непонятные сайты, какие непонятные женщины заходят, входят, засовывают себе в дымоход различные приспособления. Ну, не суть. Постарался сделать видео как более-менее качественно. Не знаю, получится, нет. Потому как объем большой, ни разу не делал я такие с таким большим. Вот, кстати, сейчас можно зайти направо, там много хабара. А. Я здесь немножко пропущу. Вот. Здесь вот сундучки, тут можно взять хабар на дополнительной миссии. Это не важно. Я думаю, что, дорогой друг, здесь есть... В этой двери ни хера нет. Да, нет. Туда можно не заходить. Я думаю, что ты сюда зашел посмотреть, как победить чувака, злобного чувака. Ну, если тебе это интересно, то нужно промотать конец видео. Вот. Ныряем. Здесь все просто. Здесь просто нужно искать дырки. Ну, в смысле не дырки, а дырки. Дырки, отверстия, вот куда можно протиснуться, проплыть. Здесь ненавязчиво трубы указывают, куда нам плыть. Фу, где? Сужаем все камни. Ну, по сюжету, конечно, игра туповатая. Но в плане мочить зомби мне нравится. Меня укусила за хобот какая-то рыбка непонятная. Потом я съел ее за ужином белым молоком, забивая. Если у вас нету ластов, то их у вас здесь не украдут. Но если у вас здесь нет мачете, то полисосага вам не поможет тут. Вот. Потому как в 60 FPS не все редакторы поддерживают при входном файле. Я говорю какую-то херню. Многим это непонятно. Плывем. Вот она, красная кровь красная, хотя как может быть кровь, разложив все трупы. Ну, это нам помогает найти правильный путь. Ну, теперь надо вскарабкаться. Просто карабкаться. Вот сюда. Если
вот, то тебе должно нравиться это. You really suck at pep talks, Troy. Если снова над миром грянет гром, небо предадам. Я раньше игру проходил на более высоком уровне. Это более интересно, но на более высоком уровне практически нет пушек, дробовиков. Очень интересно, красочно пострелять по зомбакам, по раскрытым черепам. На этом уровне это без проблем. Есть различные пушек, патронов. Ничего с этим проблем нет. Так, чуваки. Берем карамельтук. We meet again. The last time we met, you took something of mine. Now, I took something of yours. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her grave. You must make a showing of effort first. Attack! Move it, boys, move it! Go! Всё такие страшные. Всё, до звезды. Но только не ноги. Получите пиздец до пизды. Stop him before he runs again. Понятно, что враги туповаты. Это не фиа. Это красиво. He's up here! Catch this! Is that the best you got, Rise? I can do this all fucking day! Okay, so if there is a patron, here we go. Привет, зрители! Искренне приветствую тебя на моем канале. Очень рад, что что-то пришло сюда, а не на какой-нибудь порно-блог, где красивые тёплые. Возникает вопрос, как залезть наверх? Просто и легко залезаем на дверь. Дальше понятно. Now you're just making... Not this again! Find her, Craig.
She won't wait for you forever. Jade is dying to see you. И вот оно, мое любимое место в игре. Здесь можно применить она. Они красиво подлетают. Рандом мы лучше заранее, конечно, запустить. Стрелы. Скажем так, для того, чтобы все прелести графики в данной игре можно было рассмотреть, конечно, нужно иметь несколько продвинутую систему. Потому что вот так вот, да. Игрушка не покажет всяких прелестей графики, которые у нее есть. Короче, не очень всех зомби. Потом на балконе появились стрелки. Легко убрать. Идем добиваем оставшихся зомби. О, мля, еще один стрелок. Супер меч.
Пять. Jade? Oh shit, what have they done to you? Девушка, мне кого-то напоминает. To hear knock me over the head before he dumped me in here. Just give me a minute. Знакомая прическа. I'll be right as rain. Меня зовут Фриман, доктор Фриман. Minute, Scorpio. In fact, what little time you have, you owe to me. Thanks to your repair of my antennas crane, I've listened to every word any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldini? Or the good doctor Camden? How do you think I broke the connection between the sections? Почему я не призвал эти ролики? Now that I have Zeris research, the GRE will do as I command, which renders the two of you. Я помню, ты сюжет, что ли? Тахир! Ну и так игра без сюжета. Да, хоть ролики. Понятно, что он только смотрит. Если меня убило, не дышите. Come on, Jade, let's get out of here. Эй, куда ты? Куда ты? Куда ты? Ну ладно, идем. Что с тобой? Что? Что случилось? Что? Ты в порядке? Give me a second. Sweet little Jade is far from fine, Craig. Опять злобный Джоки. Noble of her to try and hide it from me. I took off my armor. You didn't need to know. Once again, you find yourself. Надо быть осторожней. Your precious scorpion is about to turn. Да я не могу дальше озвучивать. Что-то в туалет захотелось, короче, на паузу ставлю. Все, блять. Йоп. Jade, here. You take this. No, come on. Listen, I've still got some in my system. What? What part of the job is new? What? I just want you to promise me one thing. When the time comes, you're the one who takes care of it. Я хочу тебя. No, I... Promise me. Jade, I can't. Что такое? Jade, where are you? Jade? Far Cry какой-то третий. Четвертый. Не знаю, где там грибы ели. I need you to hear me, Crane. А здесь самое сложное найти дверь. Crane, can you hear me? Нет, не та. Наверное, надо ориентироваться по зеленым огонькам. Вот он, зеленый огонек. Jade, where are you? Jade? What the? А теперь куда дальше? Куда? Куда теперь? Куда? Сейчас огонек там, откуда мы пришли. Пойдем направо. Not everybody would have offered that vial the way you did. Грибы продолжают действовать. Ах, эти мухоморы, овча и растворились. Дальше без комментариев. Ля-ля-ля-ля-ля. For a while, I blamed you for Amir's death. Город. I wanted to kill you. Город.
в небе. Что же напоминает? Сколько прошло, я такое встречаю в первый раз. Хотя нет, где-то такое я уже видел. Everybody's life is finite, Crane. You can't deny it. Студенты. Книжки разные читать. Учить в школе. We get here, and eventually we die. And there's nothing we can do to change that. Мало закусывал. They will kill this! Правильно. Нет, телевизор смотрите. Сам боящик. The only thing we can do is make what happens in between count. Туалеты. Мне пока не хочется. Крон. Save this girl. Привет, чувак. They don't deserve. Нормально все, да? Мир's life counted. Так, пойдем активировать вышку, наверное. And now he's gone. If sacrificing my life means saving everyone in Hara, then that's what I want to do. Away from me, Cray. Сейчас будет нудное лазание по столбам. I was born premature. The doctors didn't think I was going to live, but I fought. I struggled and I fought and I worked and worked and worked. I became a champion. I became the Scorpion. I left my mark on the world. Наверное, к машине надо идти. Типа трамплин. Ой-ё, это прыжок веры какой-то получается. Прыжок веры. Ау! Let me save you. Please, not now. Нет. Что у тебя? Что с тобой? Что случилось? Все равно. God, Jade, what was that? I'm so sorry. I didn't mean to. One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. All of this, and still you had your choice made for you. Многочисленные зрители. Disappointing. Этого прекрасного ролика. You, я рад, что пришел сюда, а не на ресурс, где порочные тёлки делают видео. А чё за чуваки?
зря вы сюда пришли, ребята, точно. Вот очень красивое место. Я дарю тебе милосердие. Извини. Я тебе должен признаться. Меня зовут не доктор Фримен. Мы приблизились к моменту, где нужно мутить плохого чувака. Это, наверное, самый сложный момент игры. На самом деле сложного здесь ничего нет. Нужно его ударять и убегать. Лучше ударять нижнюю часть тела. Убегать. Делать очень долго. И даже если вас убьют, то ничего страшного. Но это просто трындец. Это вам не снег убирать. Это вам не прессовывать вилку в розетку. Что, не знаете, как снег убирать и что это такое? Ну, это то же самое, как прессовывать, но только не вилку в розетку. Вот. Ударяем и убегаем. Все просто, вот так вот. Если пытаться с ним спарринговаться более близко, таким последствием. Ну, в какой-то момент... Не так сложно. И с них нужно взять хелкар. Бэтмена и потихонечку их валим. Стараемся, конечно, не попадать на главного злодея. Вот как сейчас. Если попадет, то свалим. Убираем новое оружие с трупов.
терпеть его, ничего сложного. Убегаем, подкрадываемся, бьем нижнюю часть тела, желательно. Можно кинуть чем-нибудь. Look at that. Jade lost her life for this thing. It's just lying on the floor. Guess Rice must have dropped it when he was trying to get shot. Shit, this is just the tissue samples. Where's the other package? Go to hell. Wow, to hear. You know, you're looking pretty fucked up, huh? Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. So, then kill me. No, I shouldn't. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Yes? Then why don't you? Because you're not... Я дарю тебе милосердие! Хотя, в принципе, не зомбак. Troy, it's Crane. Crane, you're alive. Выходим на улицу. Troy, Jay. Сейчас нам Jay, нужно Jay. Собрать свое снаряжение. I'm really sorry, Crane. I mean it. What happened? Наше снаряжение находится Again. Как обычно на выходе. She died. В рюкзаке. Saving me. Crane, you've still. Нам обидно. Мы крушим от обиды драгоценную. Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. Так красиво ломается. Выходим на улицу. Okay, Troy, on my way. Идем к выходу. Валим двух злодеев. Ну и в рюкзаке забираем сумочки, в сумке добираем свой хабар. Осматриваем газели. В них тоже есть много чего интересного.